В обновленный постолимпийский Сочи летом стремятся со всех концов страны. Загрузка гостиниц в этом сезоне превысила 90%. К июлю постояльцами сочинских отелей уже стали более 1,5 миллионов человек. Однако не все остались довольны отдыхом. Уже далеко за 11 вечера, а спать невозможно в номере, потому что очень громко звучит музыка из соседних заведений, которые находятся на набережной. Можете послушать, как это происходит. Множество жалоб гостей отелей, расположенных в самом центре Сочи, на Приморской набережной, связаны с постоянным шумом в ночное время. Главными виновниками этого являются дискотеки на открытом воздухе. Наши гости ежедневно жалуются нам на то, что, приезжая на отдых с семьей в прекрасный город Сочи, который так изменился, они, к сожалению, не могут найти здесь спокойного отдыха и хорошего сна. Естественно, о каком сне можно говорить спокойном, если, выйдя на балкон номера «Люкс», слышны дискотеки, слышны ночные бары. Проблему ночного шума гостиницы решают уже не первый год и пытаются привлечь внимание контролирующих служб, в первую очередь Роспотребнадзора. Соответствующее обращение они направили и в прокуратуру. Ведь эта ситуация вредит имиджу не только самих отелей, но и курорта в целом. Галина Захарова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.